На конкурс «Дети читают стихи» для labyrinth.ru. Буракова Екатерина, 10 лет, город Смоленск. Игибай, День Победы. Мы встречаем День Победы. Он идет в цветах, знаменах. Всех героев мы сегодня называем по имен. Знаем мы совсем непросто. Он пришел к нам, День Победы. Этот день завоевали наши папы, наши деды. И поэтому сегодня орденами надели. Мы, идя на праздник с ними, песню звонкую запели. Эту песню посвящаем нашим папам, нашим дедам, нашей родине любимой. Слава, слава, День Победы!